меня зовут Елена, и сегодня я хотела всех поздравить с праздниками, с Новым годом, с Рождеством, пожелать прежде всего здоровья, вдохновения, успехов в точке деятельности, и чтобы этот год принес только хорошее. В этом видео я хотела подвести итоги прошлого года, показать, что вышло, что сейчас вышиваю, поговорить немного о планах, и немного о разном интересном. Например, о фиолетовой картошке. Да, и такая есть, как выяснилось. А пополнение моей коллекции минералов. Она у меня опять пополнилась. А также немножко о разном интересном. О том, что здесь происходит у нас в Киеве. я знаю, что почти все уже подвели свои итоги. Но, как всегда, на все нет времени. Поэтому я это делаю только сейчас. И начну я с этого прошлого года. Итак, у меня за прошлый год вышло всего 6 готовых работ. Это не так много как хотелось бы, я их уже показывала, в позапрошлом году было намного больше, но в этом году я довышивала свою маркизу де Помпадур от СТ. И только этим, я считаю, я выполнила все свои планы на этот год. картина действительно изумительно красивая. Одно это из изумрудно платье чего стоит. Платье очень красивое, розы, цвет. А сколько в нем одиночек? Но сейчас не будем об этом. Я ее закончила, и это главное. Оформлю после праздников и после локдауна, нам обещают буквально завтра все закрыть. Магазина, соответственно, и багетки. Я очень надеюсь, что этого не будет. Но, тем не менее, сейчас просто боюсь снести эту картину в багетку. После праздников посмотрим, что будет. Тогда отнесу. А картина очень красивая. А моя следующая готовая работа – это подушка. Вы ее все уже видели. По старинной восстановленной схеме. С бахромой. Очень мне нравится, и я планирую вышить еще три подушки. И одну я уже вышиваю. И, наверное, сразу ее покажу. Вот эту. Она немножко похожа на первую, поэтому с нее и начала. У нее похожие розы. Вот сколько уже вышло. Красиво, мне все нравится. И дальше буду шивать низ этой подушки. Я хочу увидеть, какая она будет. А потом уже вверх дошью. И тоже, скорее всего, буду увеличивать. И вот в планах у меня эту подушку вышить в этом году. Очень бы хотелось. Получается красиво, мне нравится. А моя следующая готовая работа – это свидание. Это подарок сестре. Микровышивка на шелковой кисе с рукового аккаунта. Это тоже старинная схема и бархатная паспорту с углублением. И посмотрите на размер, какая она маленькая. Красивая картина. Я ее тоже не раз показывала. И так как мне эта картина очень понравилась, я решила выше себе еще две такие картины с немного другим сюжетом. Я поставлю фото вот такие, и тоже по старинным схемам. И вот одну из них я уже вышиваю. Девушка уже готова. И как минимум одну эту картину, а лучше две, очень бы хотелось вышить в этом году. Вот такая вот красивая девочка, и очень красивый сюжет. Вышивать ее будет местами сложно, потому что шелковая кисель, она светится. И протяжек быть не должно. Совсем. Ну, постараемся. Тут трава и листики деревьев будут сложноваты местами. Но что-то сделаем. Также я вышивала в этом году шарик Just None. но Очень мне понравился. Он действительно очень красивый, но правда непонятно, что с ним делать. И поэтому я его положила к своей коллекции минералов. Кажется, он с ними очень неплохо смотрится. Вот такой красивый шарик, ну действительно красивый. Также я сделала прихватки. Подарок моей маме. Красиво, удобно, практично. И главное, быстро делается. И подарок действительно очень хороший. Ну и наперсток. Это был очень старый наперсток еще моей прабабушки, и он самое смешное был намного лучше и качественнее всех новых, которые у меня были. И я его немного украсила вышивкой. Это тоже такая очень интересная работа. Вот захотелось мне сделать наперсток. И вот я вышла эти шесть работ. Но также я еще вышла 27% поэтического салона от ст, А это очень много. С учетом того, сколько там одиночек. И я уже полностью вышила двух девушек. И сейчас вышиваю третью. А эта картина, она очень большая и очень сложная. Ну и конечно же я хочу побыстрее закончить. Конечно, можно было вышить и больше картин, но в прошлом году я много времени уделяла своим большим работам – маркизе и поэтическим салону. Ну, а сейчас я вам, наверное, покажу, что я еще вышиваю из того, что я еще не показывала. А прежде всего, это мои розы в стеклянной вазе. Как выяснилось, причем совершенно случайно, я вышила уже 32% картины. Почему выяснилось? Потому что я довышивала второй ряд и решила вышивать дальше на саге. Раньше мне саги не было, когда я начинала. И вот когда я все внесла в сагу, выяснилось, что готово уже 30%. Я думала, что меньше. А так вышла всего одна роза. Это меня очень оправдывало. Кроме того, я ее уже сняла с пялец и одела на большую раму. Но так вышивать интереснее. Хотя, скорее всего, я буду ее часто снимать если буду брать бабушки, ну или еще куда-нибудь. Не буду о ней много рассказывать. Меня просили снять под картине отдельное видео, поэтому я его сниму в самое ближайшее время. А сейчас просто покажу, что на сегодня есть. Кстати, картина действительно очень красивая. Чем красивая? Очень красивая роза, очень красивый фон. Ваза, ваза действительно как стеклянная. Листик мне очень нравится. Ну, фактически мне нравится все. Получается красиво. Вот я уже вышиваю следующие листики бутон сверху. Вот, скорее всего, я его довышиваю, чтобы было что показать. И листик, и бутон. И сразу вам покажу. Мой еще один грандиозный процесс – это вечерние огни от Анаяки. Я выиграла эту схему в СП больше, чем просто большая. Схема огромная. 740 на 920 крестиков. И очень-очень красивая, яркая и красивая. Я ее вышиваю на очень мелкой конве, полукрестиком, и это мой второй основной процесс. Вышиваю его параллельно с поэтическим салоном. То есть вышивать ее буду часто. И надеюсь, что много. Опять же, много про него рассказывать не буду. Расскажу все в отдельном видео в самое ближайшее время. Скажу только, что все нитки рханазера я уже купила и могу ее спокойно вышивать. Вот что есть на сегодня. Уже есть первые 10 тысяч крестиков и даже немного больше. Появляется уже второй столбик, и сейчас я вышиваю тропинку. Я стала вышивать рядами снизу. В этом году я начала еще один процесс. Он будет на подарок моему дяде. Это Лондон от Мрешки. Вышиваю его подбором. И хотела еще раз поблагодарить Лану за ключ. Самой подбирать все сложно, а когда есть ключ, естественно, все намного легче. А картина яркая, красивая и вышивается очень легко, очень. Действительно, процесс для отдыха. К сожалению, я вышиваю не очень часто. Но, тем не менее, это идеальный дорожный процесс. Постараюсь его вышивать почаще. А на сегодня вот уже есть пол автобуса и дорога снизу. Цвета очень яркие и красивые. Очень интересное сочетание цветов. А еще у меня есть два процесса на черной конве. И вот я окончательно поняла, что я не люблю черную конву. Я заметила, что эти процессы я беру очень редко, при том, что сумочка почти готова. Я уже к ней даже фирмар заказала, нашла нужный барлон, именно то, что нужен, и вышить осталось, ну, совсем мало. Вот эта сумочка. Осталось вышить только зеленые листики, вот здесь в вот одном цветочке, ну и здесь немножко один листик. И остались мелкие листики по центру. Очень мелкие. Но опять же, работы здесь, да практически нечего делать. А все никак не закончу. Хотя по факту, если съесть, ее можно за день спокойно закончить. Но опять же, фермар еще не пришел, поролона еще нет, поэтому не спешу. Хотя получается очень красиво. Мне очень нравятся такие старинные схемы. И вот галстук. Тоже редко беру, но тем не менее немного уже вышила. Я все не могла купить одну ниточку, ее не было в наличии. Уже собиралась заменить, но в конце концов нашла, купила. Вышиваю, но редко. Может как-то появится вдохновение, и за него возьмусь. А косметичка. Выявить лишь много раз. Но вот не нравится мне она, бисером было бы красивее. И не нравится больше всего то, что вышивается всего одна сторона а вторая сторона не вышивается. Но хоть иногда по ниточке стараюсь вышивать. Вот хочу я в этом году закончить. Моя картина по номерам «Венеция». Мне тоже не нравится. И, наверное, я ее даже дорисовывать не буду. Получается какая-то мазня. Некрасиво. Скорее всего, дорисовывать не буду. Вот если честно, дома я точно не повешу, а три такое стыдно. Некрасиво. Скорее всего, начну Лондон в самое ближайшее время. Посмотрим, что получится. Вот у меня есть вторая картина, Лондон. Вот его, наверное, и начну. Мне кажется, оно будет красивее. Посмотрим. Ну и моя сумочка Мияги. Просто не было на нее времени. То одно, то другое праздники. А здесь нужна швейная машинка. Я ее постоянно прячу. А если спрятала, то достать это целое дело. По факту, ее нужно просто сесть и дошить. Ну и потратить полдня на это, естественно. А хочется повышивать. Вышивать я все-таки люблю больше. Но, тем не менее, я ее однозначно в этом году закончу и надеюсь, что в самое ближайшее время. И в планах у меня еще одна похожая сумочка. Поставлю фото вот такая. Я уже нашла и выкройку и схему, и ключ. Поэтому я тоже хочу ее и вышить и сшить. Ну и подведя итоги, хочу сказать еще немножко о планах. Я не строю четкие конкретные планы, как многие. Но тем не менее могу сказать, что хочу вышить поучись к салон, ну как минимум еще 25%, а лучше больше. Хочу вышить как можно больше вечерние огни. Пока, пока даже не могу планировать, сколько я вышью. Я только ее начала. Вот это вот и будут мои основные планы. И также я хочу закончить в этом году, ну, прежде всего, мою сумочку мьяги. Ее, я думаю, закончу. Мою вторую сумочку по стрельной схеме, ее, я думаю, тоже закончена, почти закончена. Также хочу вышить, довышивать вышивать подушку и сшить ее. Хотя бы одну, но ну, больше, думаю, не успею. Также хочу вышить, если не две, то хотя бы одну картину. Мою микровышивку «Молодой человек и девушка у колодца». Они небольшие, думаю, тоже получится. Хотя бы одну. Ну а остальное, остальное как пойдет. Хочется, конечно, все и много, но, к сожалению, времени мало. Я не исключаю, что начну что-то еще, но маленькое. И еще по поводу планов. Недавно я смотрела одно видео. И в нем одна девушка. К сожалению, не помню, какой канал. Она купила себе комодик для Молине. И я узнала, что есть такая интересная и красивая вещь, как комодик для мулине. И мне так его захотелось, вот хочу и все. И вот теперь у меня в планах, я очень хочу в этом году купить себе такой комодик. К сожалению, в Киеве, в Украине выбрали такой же большой, а хочется красивый комодик. Мне пока больше всего понравилось вот это, то, что на фото. Если кто-то знает, где их можно купить еще в Украине, пожалуйста, напишите. Он, конечно, не очень дешевый. Он стоит около 2000 гривен. Но я его хочу. Очень хочу. Так что вот такие у меня планы. Ну, глобально, по вышивке. Наверное, все. А сейчас давайте поговорим много разным интересным. А сейчас у нас онлайн обучение. А что это значит? У нас третий класс. А каждый день с 9 до 3.15 у нас 7 уроков. 7. После этого куча домашнего. Его никто не отменял. После этого мы еще час играем в компьютер. Без этого никак. Получается, что мы целый день у компьютера. По урокам. Как я уже сказала, у нас каждый день 7 уроков. В том числе физкультура. Хореография, рисование, хор. То есть поем, танцуем, прыгаем, бегаем. Все полной программе. Как в школе: и бедные соседи снизу. Надеюсь, им не мешает. Вроде бы как обучение онлайн с 11 по 25. Но кто его знает, там будет видно. Как нам обещали, все магазины позакрывали продуктовые, и даже продуктовых нельзя продавать ряд вещей батарейки, носки, самое смешное, чистящее средство, ну и так далее. А сегодня у меня муж ходил в магазин. Как я смеялась! У нас, как я уже говорила, локдаун. Магазины позакрывали, непродовольственные. А в продовольственных нельзя продавать ряд вещей. По факту все хостовары. Все хостовары закрыли пленкой, скотчем, изолентой. Их продавать нельзя. То есть нельзя подойти, взять и купить их. Но, но. При этом у нас магазин фору возле дома. Заходишь в него, все товары закрыты пленкой, брать нельзя. И при этом объявление: Все, что продается, можно тут же в магазине заказать онлайн у них на сайте, подойти к кассе, и продавец тебе сам все соберет и принесет на кассу. То есть все можно купить прямо в магазине, скажем так, онлайн. Вот так вот. Вот такой вот у нас карантин. Это Киев. Похожая ситуация в эпицентре. У нас сейчас ремонт, надеюсь, скоро закончим. И вот мужу не хватало там по мелочам. Он сделал заказ онлайн, небольшой, маленький. Ему пришла смс на телефон на следующий день. Он пришел в эпицентр. Сам магазин выйти было вроде бы как нельзя. Но он вошел внутрь, там где охранник. И ему сказали пройти вдоль магазина, в конец. Там была очередь, даже диванчики были, была большая очередь. И он получил весь свой заказ. Но кроме этого, там также за территорией касс в коридоре сидели девочки с компьютерами и с каталогами онлайн. И все желающие могли к ним подойти и сделать заказ то, что им нужно, не заходя в магазин а потом все это получить. От товара собирался, и они его получали. Вот так. Так что эпицентр вроде бы как не работает, но тем не менее, от товара мне сказать можно. Так что вот такой вот у нас локдаун. Это Киев. А Сейчас к локдауну все относятся спокойнее. Не так в прошлый раз. Метод работает, транспорт работает, поэтому, можно сказать, все хорошо. Почти все товары можно уже онлайн купить. Новый год наступил, а с ним много всего интересного. Ну вот, например, я на Новый год готовила фиолетовую картошку. Именно фиолетовую. Я ее случайно увидела, ну и купила. Удержалась. На пробу. До этого я никогда не видела фиолетовой картошки. Видно, звезды к Новому году. По вкусу, по запаху она ничем не отличается от обычной. Даже ребенок съел и сказал, что обычная картошка. Я ее жарила. Внешне, конечно, муж сказал, похоже на буряк. Так и есть. Но вот честно, внешний вид жарной картошки мне не очень понравился. Наверное, пюре бы смотрелось интереснее. Фиолетовое пюре. Вычитала, что это французский сорт, и что на полезнее обычной. Так что вот такую картошку мы ели, новый вот, год фиолетовую. Хотя вот честно, внешне наша обычная картошка жарной не больше нравится. Но, тем не менее, такая картошка уже есть. И еще из приятного. У меня опять пополнилась моя коллекция минералов. Посмотрите, какой он красивый. Это кварц, свалерит плюс маганокальцит. И сверху вот этот маленький желтое пятнышко – это перит. Крупные мелкие кристаллики, правильной формы. Мне он очень нравится, красивый. Мне его подарили моя сестра с мамой на Новый год. Мое прошлое пополнение, я его уже показывала. Хром с никелем. Очень красиво мерцает. А вот это танзурит. Это кварц с примесями. Крупные кристаллы. А мне его подарили на Очень красивый цвет. А вот это аманит. Это не минерал. Аманиты – это подкласс головных моллюсков. Это каменелость. Они вымерли еще в конце милого периода. Вот такой вот интересный, вот такая вот ракушка. Они часто бывают с нарушенными ты кристаллами. А здесь очень мало кристаллов. Она цельная, ракушка эта. Но все равно интересная. А, так что теперь у меня еще есть эгименилости. А вот так вот аммониты выглядели при жизни. Так что коллекция моя пополняется. А что меня еще удивило. А мы ходили на елочки. У нас есть две основные площади, и там две большие елочки поставили, очень красивые. Так что я хотела сказать. Первый раз мы ходили на елочку смотреть 2 января. На контрартовую площадь. Еще все работало. Аттракционы разные для детей, горки, качели, колесо, рестораны, все работало. Но людей было немерено, не просто много, а очень много. И что самое смешное, все поголовно, именно все были без масок. Ну, маски, наверное, были у одного процента. Вот на видео видно. И то они были на шее. Что меня очень удивило. Все поголовно были без масок. Кроме того, там были не просто очереди, а сумасшедшие очереди. Мы хотели пойти на колесо обозрения. Ребенок хотел. Ну, когда мы увидели очередь, я даже вот фото сделала. Мы даже не видели смысла в нее остановиться. Там была очередь не на один час. Нам повезло. Мы пришли относительно рано, было еще светло, как раз темнело. И мы успели покататься на горках, мы стояли в очереди буквально полчаса, не больше. А с нами люди уже жаловались, что вчера они стояли по три часа в очереди, по три часа. И мы уходили, очередь была уже намного больше, но на очень много. Ну и тоже успели покататься, вот тоже хорошо, чтобы рано пришли, на елочке, в игрушках. Очень красиво, но аттракцион очень понравился. Очень оригинальный. Елочки, игрушки. Ребенку очень понравилось. Ну, вообще все было очень красиво. Хорошо погуляли, зашли, поели бургера, все было отлично. А вот второй раз мы пошли <laughs> на елочку. Ребенку не понравилось. Пришли мы на Михайловскую площадь. Ну что, пришли мы елочка. И все. Ничего не работает, ни качели, ни аттракционы ни рестораны, все на вынос. Поспели мы на елочку, взяли с собой хот-доги на вынос, ребенок захотел, и пошли домой их есть. А на улице уже было очень холодно, даже не поешь. И да, уже ничего не работало, ничего. Так что сейчас сидим дома и учимся онлайн, и ждем, пока все закончится. А нам уже обещают сильнейшее похолодание, и вот сегодня помело, пошел сильнейший снег. Снег у нас сейчас – это редкость. Хотела еще раз всех поздравить с праздниками, с прошедшим Новым Годом, Рождеством, Старым Новым Годом. Пожелать всем, прежде всего, крепкого здоровья и чтобы этот год принес только хорошее. На этом, наверное, буду заканчивать. Скорее всего, видео буду еще монтировать несколько дней. Времени, ну, совсем мало. Ну, может быть, завтра его загружу, хотя, скорее всего, не загружу. Очень мало времени. Так что еще раз всех поздравляю с праздниками и до скорых встреч!